В рамках празднования тысячелетия представления святого равноапостольного великого князя Владимира в византийском зале национального заповедника Херсонес Таврический прошла научная конференция «Вторые Владимирские чтения». Международный форум подготовили Херсонесский заповедник, Российская академия художеств, Институт археологии Крыма, Симферопольская крымская епархия и Международная общественная организация «Всенародный собор». Значение конференции трудно переоценить. В это, в общем-то, сложное время, когда Крым оказался в некой изоляции, как всем хорошо известно, мы просто продемонстрировали всему миру, что жизнь продолжается, наука продолжается, связи продолжаются. Открыл конференцию глава праздничных мероприятий в Крыму и Севастополе митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Ученые из России и других стран прибыли сюда, чтобы вспомнить историю, для того, чтобы поделиться новыми научными изысканиями, для того, чтобы в золотую копилку знаний о князе Владимире принести новые открытые сведения о нем, для того, чтобы имя этого великого человека, изменившего нашу землю, принявшего Христа, еще и еще раз было написано золотыми буквами в сокровищнице святого православия. В рамках конференции с докладами выступили молодые начинающие исследователи и ведущие историки и археологи России, Сербии, Великобритании, Греции. I'm so glad to see Hersones because I studied all this material, this archaeological material, but it's the first time that I see. Я очень рад видеть Херсонес, потому что я изучал весь этот археологический материал и теперь рад увидеть его своими глазами. В целом на конференции было заслушано около 50 докладов, состоялись многочисленные дискуссии и презентации новых изданий. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского благочиния.